NIR – это блокчейн для создания децентрализованных приложений. По сравнению с другими блокчейнами, NIR более простой в использовании, более дешевый и быстрый. Также NIR имеет открытый исходный код. Каждый пользователь может внести свой вклад в его развитие. Как заявляют разработчики, создать приложение на основе NIR можно за 5 минут. Блокчейн обрабатывает более 100 тысяч транзакций в секунду и создает один блок информации всего за секунду. Космос – это децентрализованная, масштабируемая, интероперабельная экосистема взаимосвязанных независимых блокчейнов, функционирующих на протоколе Tendermint Core. В его основе лежит механизм устойчивого к византийским падениям консенсуса, который используется для масштабирования публичных блокчейнов. Цель Космоса – создание интернет-блокчейнов, то есть сети блокчейнов, в которые участники смогут взаимодействовать децентрализованным образом. Йота. Основа проекта – технология Tangle, что означает «клубок». Она представляет сеть, где все транзакции могут выполняться параллельно, а каждая новая должна подтверждать две предыдущие. Чтобы обмануть механизм, хакерам придется получать контроль над большинством узлов сети, что крайне сложно при ее постоянном росте.